Короче, мы приехали к Саше на день рождения, так что пошлите смотреть. Это по траве. Да он не падает. И он потом не едет куда-то в Ялту. Халюс, ну что с ним взять? Чего? Да она пойдет одна. Мы идем рассказывать друг другу страшилки. Я не буду сейчас снимать, потому что молния сильная. Короче, все очень весело. Мы нарисовали футболки, поиграли, рассказали друг другу страшилки. Сейчас идем вроде смотреть мультик. Сейчас я вам покажу мою футболку. Дождик. Капец. Учил нас тому, что страх может... Смотрите Gravity Falls. Очень интересный мультик. Я помню. Ты знаешь, как... Я вижу. Куда он идет? С днем рождения. Все хорошо. А как вернуть? Смотри, Сонь, она вот так, она делает типа лопаты, потоп вытаскивала. Ну что? Сонь, Ангелина, папа, что тебе не Мы распределяем друг другу подарки. Если ножницы окажутся очень сломай. Сломай. Саш, все равно ничего не получится. Его не... Мне резинки зачем? Ты видишь, какие у меня волосы? Хочешь булавочку? Нет. Она вообще твоя. Хочешь? Она прикольная, мой любимый цвет. Я люблю такой браслетик. Равенько. Может, вот такую штуку ее вцеплять? Такие водородки. Хочешь? Ты... Да, блин, ее просто вот здесь. Накладная коса на волосы, вы понимаете? Это позор! Это прям под цвет моих волос. Это коса Рапунцель. Правда, она такая длинная? О, боже мой. А, кстати, мне идет... Очень, я шикарно прям. Длинная фигня. Понятно. Вот, я люблю 5 рогов. Ого, смотрите. Что там? Покажи. У нее набор дихрень какая-то. Это Сергей. Ну она не... Саша подарила мне браслетик. Здравствуйте, сегодня я буду рекламировать бургеры. Я очень их люблю. Как пахнет. Они очень вкусные, с котлетками. Ты понимаешь? Сейчас мы почистили зубки и идем. Что делать? Что делать? Спать! Мы будем спать вместе. Мы будем мыться сейчас. Да, мы будем мыться, а потом спать вместе. Это моя самая любимая подружка Ангелина. Это моя крестная сестра. Мы крестные сестры. А ее папа мой крестный папа. А мама крестная моей сестры. Да, короче, и сейчас мы вам покажем чехлы, которые подарили Сашульке. Ведь у Саши сегодня день рождения, и ей Кристина, это тоже наша подружка, она подарила ей 3 чехла. Смотрите, вот этот очень красивый. Саша всю жизнь о таком мечтала. Он объемный. Он очень красивый. Красивый. Вот. Это второй. Красиво, мне тоже нравится. Яркий, стильный, модный, молодежный. Вот, и чехол, который она сейчас одела на свой телефон. Я тоже такой хочу. В нем блестки. Но вот. Только тут прям так много, и зато красиво, смотрите, как сыр. Угу. Вот. Ну, а я мечтаю тоже о каком-нибудь чехле. Я 1 сентября пойду в первый класс, и хочу, чтобы мне родители на 1 сентября подарили чехол.
Нам Таня покажет, кто здесь будет, кто спать. Иди, давай. Я провожу экскурсию. Здесь, ну вот, это типа моя пока что кровать. Я на мате. Это мой котик, это Сашин мат, вот все, мой любимый плед. Да, вот. Ей подарила. Это я сегодня подарила Соне, она очень ее хотела давно. Вот. Так, здесь буду спать, но на кровати кто? Алина, моя самая любимая подружка. Вот. А здесь будет спать Тройки. Это его кровать. Шутка, это кровать нашей именинницы Саши. Это ее вся комната. Моя комната соседняя. До встречи в новом видео. Всем пока-пока, с вами была Ангелинка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, потому что мы старались. Да, и мы занимали свое время от Сашиного дня рождения, так что... Постарайтесь. Если, пожалуйста, если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайки. А то мы не выпустим следующую часть. Всем пока-пока.